Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Вот здесь собрал саженцы, значит, два саженца сливы желтые, два синие, облепихи желтые и ежемалины, три кустика. Все поместил в пакетик, глину смешал с силосом, он хорошо воду держит. Все вот запаковал, то есть посылка, бумага мне как раз пригодилась, мне присылали саженцы из Крыма, как раз эту бумагу я использовал в качестве посылки. Теперь я пошлю эти саженцы в Сибирь каналом моей Сибири Лилия. Вот я вам посылочку такую сделал. Вы подготовьте землю заранее. Я там еще положил несколько черенков винограда белого. Вот, потом его можно порезать на 4 почки его и поставить в воду, чтобы он укоренился. Ну, можно дома его даже держать. Или просто завернуть в мокрую ткань, в пакетик целлофана и куда-то в холодное место поставить до февраля месяца. А в феврале достать, поставить в воду с водой, он как корни пустит, летом высадите черенки этого винограда. Виноград, правда, небольшой, не крупный, но он морозостойкий, как раз вам пригодится для Сибири. Он морозостойкий, по крайней мере. У меня он не замерзает, хоть даже если не укрываешь его. Вот такая посылочка. Здесь у меня со старой работы осталась лента такая. Incotex. Вот, упаковал ей. Прозрачной пленки нету. Вот Incotex. Торговое оборудование. Incotex. Уже там не работают больше 10 лет. А пленка осталась. Тогда было полно на работе у нас. Брал и заклеил дыры в парнике. То есть у меня была теплица из пленки. И пленка уже к середине июля начинала взрываться. И вот здесь этими лентами я заклеил эти дыры. Блин. Сейчас, конечно, мне уже 10 лет стоит теплица из поликарбоната. Ничего, никакой ленты не надо заклеивать. Ну, хотя даже я использовал первый год, когда у меня поликарбонат не хватило. Приходилось вот такой лентой заклеивать. Но сейчас проблем нету с покупкой этого поликарбоната. Сейчас его полно везде. И стоит не так дорого, как было раньше. Спасибо за просмотр. Мы с канала «Все для огорода». Посылочка подготовлена. Отправлю, наверное, числа 15-го. Сегодня у нас 12-е. Вот. Может быть, завтра, не знаю. Посмотрим, как по погоде. Если будет солнечно, отправлю завтра. Если будет пасмурно, тогда 15 числа отправлю эту посылку. Она там в глине, ничего с корнями не случится. Там глина мокрая, это мокрая силос. Там все, в принципе, корни не высохнут, я думаю, за сколько там дней. Могу, конечно, отправить скорое, это авиа, но это дорога. Посылка встанет примерно 900 рублей. А так, если простой посылкой, там рублей 500, наверное, обойдется. Вот, ну ладно, спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик. Короче, упаковал. Пошел сегодня выкапывать. Блин, трудно было выкапывать, особенно желтую сливу, блин. Еле выкопал, блин. Ну, синие, а там они молодые, эти сливы желтые. Выкопал. Ну, и облепиху тоже желтую, правда. Оранжевые. Облепиха есть, но я ее не смог найти, где копать. Она там, нету молодых таких побегов, чтобы можно было выкопать. Ну, а вы пока эту посадите, потом будет видно, может быть, весной вышлю, вот такую найду, эту оранжевую. Подписывайтесь на мой канал, с вами канал «Все для огорода». Также помогите мне набрать подписчиков на канале «Сад на всех широтах». Там будет у нас розыгрыш призов. Видеорегистраторы.
два. Условия просты, но надо подписаться на этот канал, написать «Я участвую 2000». Также на канале «Сад на всех широтах» «Я участвую 2000». И на канале «Огород на всех широтах» «Я участвую 2000». Везде посмотреть ролик хотя бы там минуту и поставить под каждым роликом, ну хотя бы под одним роликом, лайк или дизлайк. Как только наберу подписчиков на канале «Сад на всех широтах», то там будем разыгрывать два видеорегистратора. Ну, у кого есть автомобиль, у кого нету, конечно, вам они не нужны, эти регистраторы. Вот. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока-пока.